Видео, как мой отец кормит чаек. Мой отец показывает чайкам видео, как он их кормит. Да, в этом что-то есть. Отец с юмором. Самое тяжелое время на отдыхе – это утро. Голова болит, и еще непонятно, чем все вчера закончилось. И лицо такое грустное. В ластах. Братан, прикинь, она меня бросила. А ты не сказал ей, что твой дядя миллионер? Сказал. Теперь она моя тетя. Ребята, всем привет. И мы сегодня с Алисой. Алиса. Привет, друзья. Читаем самые лютые приколы, самые прикольные мемасики с ВК и вообще с интернета. Оставайтесь с нами. Поехали. Кошка моего друга сегодня в первый раз увидела снег. Ну да, кстати, действительно такие истории знаю. Когда котов выводят, родились дома, всю жизнь дома сидели, потом их выводят на улицу раз там в жизни. Они удивляются. Даже не то, что в снег, а просто это куда-то в сад или в зелень. Они в шоке просто. Путь к сердцу мужчины лежит через понимание. Хавчик, вовремя закрытый рот и упругую попку. Согласен. Это что? Сиськи, руки в варежках тянутся к сиськам. Это рот? А где рот-то? Нет, подожди. Это эмблема Бэтмена. А, точно, господи. А я думала, это какие-то там гланды. Нет, это не гланды, это эмблема Бэтмена. И так ее интерпретировали. Прикольно. Кто хочет в отпуск? Даже черепаха хочет в отпуск. А ты, дорогушечка? Я хочу. Пешеход, будь бдителен за рулем. За рулем может быть пьяный прокурор или судья. Ну да, как раз про нашу страну. На день Святого Валентина парень подарил вибратор. Я сначала немного расстроилась, хотелось романтики цветов, но после 3 оргазмов подряд я решила в жопу эту романтику. Мне, кстати, знакомый парень подарил. На какой-то праздник, наверное, на День Святого Валентина тоже вибратор ей подарил. Серьезно? Да, она в шоке была. А, не тебе? Нет. А, я думал, тебе. Нет. А, жене? Знакомый. Подарил знакомый. Парень. Ну-ну-ну. Она в шоке была. Ну, потом это прошло, да, наверное, у меня? Она не знает, что с ним делать. Вот так. Когда утром чистила зубы, в раковину упал таракан. Хорошо, что не зуб. С одной стороны, я понимала, что он упал с потолка, но в то же время появилось какое-то странное ощущение, что в голове уже тесновато. Им. То есть головы у тебя сыпятся, да, уже? Я про тортик тот вспомнила. Хорошо, что зубы не падают. Ладно, хоть таракан. Неведомая фигня, которая была в каждом дворе. Правда, что это было? Это запчасть от трансформатора, скажем так. Да, вдохновляю я мужчин. Знаешь, сколько я уже вдохновила? Ты вдохновляешь мужчин плакать, пить и прятаться. Дочь, это не то. Открываю холодильник, и чего там только нет. Нет картошки, нет котлет, винегрета даже нет. Нет сосисок, нет сметаны, ничего тут нету прямо. Есть немного льда на стенке, он хрустящий, прям как гренка. Есть еще немного вони, пахнет он, как дохлый пони. Все там будем, да. А, да, знаменитый мем про изменчивого, или как он там, парни, который изменяет. Юля, Артем, Алина. И куча сейчас, конечно, мемов в интернете на эту тему. Например, Twitter, видеоигры, я, саморазвитие, здоровый сон. Следующее. Доставка пиццы, ты, домашняя еда. Да. Если медведь загнал вас на дерево, попробуйте пописать ему на глаза. Это будет трудно, потому что у них маленькие глаза. Если это не сработает, считайте, что вы сделали самый эффектный поступок перед смертью. Смешно. Когда весна придет, не знаю, но я бы к вам тоже не пошла. Че это? Когда весна придет, не знаю, но я бы к вам тоже не пошла. Не хочет она к нам. Сила воли – это увидеть надпись «Мои сообщения». Один. Один. Выключить компьютер и лечь спать. Нет, это невозможно. Как стричь? Так, чтобы всем нравилось.
Вообще лучше так оставил. Ну, это типа у нас парикмахеры, они же всегда так это... Сделайте по-человечески. Хорошо, сейчас сделаем все. Ее там зыбис. Во сколько тебя разбудить летом? Да. Но у меня большое сердце. Я не могу скакать на сердце. Доктор, я слишком асоциальна. Мне трудно общаться с другими людьми. Как с этим бороться? Алкоголь. Да, но это временное решение. Мне нужно что-нибудь постоянное. Алкоголизм. Вот так вот. Женский алкоголизм неизлечим. Да, это страшно на самом деле. Идеально. 106-106. В городе Энгельс. Счастливый билетик. Да. Ты ела счастливый билетик? Ела. Я тоже ел. Помогала? Ты знаешь, не помню. Помню, что потом желудок болел. Да ладно. Когда проснулся среди ночи от того, что тебя кто-то обнял. Глазки удивленные собачки, действительно. Вам чай с сахаром или моими слезами? С сахаром. 2,5 ложечки. Да? Да. Ищу здорового парня без вредных привычек до 27 лет. Я тоже такого ищу. Да. Короче, я думал, размышлял и пришел к выводу, что мир плоский. Ясно. Я серьезно. Ты дурачок? Нет, просто ты мой мир. Ты мой кумир. Мужчины предпочитают женщин, которые напрягают им члены, а не мозги. Ну что, ребята, это была последняя картинка. Мы с Алисой с вами пока временно прощаемся. Алиса, скажи что-нибудь ребятам. Ребята, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, подписывайтесь. На наш канал обязательно подписывайтесь. Ну и самое главное, поделитесь этим видео. Потому что уже на следующей неделе, а может быть даже быстрее, выйдет новый выпуск, который уже практически готов. И там еще прям новые лютые приколы, новые картинки. Надеемся, вам понравилось. Напишите Алисе какие-нибудь пожелания в комментариях. Да, голос поменять, например. Всем пока, давайте.